Всем привет! Сегодня 22 мая. Время пришло раздавать маточники в отводке. Закладку я делал 12-го, соответственно, 10 дней отсчитываем. 22 числа у нас будем мы маточники ставить в отводочке. Покажу, как я делаю. Сейчас залезу в воспиталку. Возьму соединочную рамочку. Сейчас покажу, возьму телефон. Наша прививочная рамочка. Вот сейчас будем по одному снимать и ставить. На всякий случай просматриваем, тянут они маточники, не тянут. Вот, ввожу я ее на край, сейчас сниму маточник с прививочной рамочки. Такой маточник. А сейчас будем его ставить на отводочек. Поближе к расплоду. Сейчас я покажу нагляднее. Вот поближе к расплоду. Я его немножко вдавливаю. Вот и получается вот так вот. И ставлю обратно. Послезавтра должны выйти. И где-то дней через 10 уже смотреть, облетелся, не облетелся. Все зависит, конечно, от погоды. Самое быстрое у меня где-то облетывались они за неделю. Через пару дней после облета они начинают червить.
вот таким образом. Литок у меня на другую сторону. Здесь я сделал. Также смотрим, оттягивают, не оттягивают они мисочки, маточник. Ну, конечно. Снимаем с прививочной рамки маточник. Также закрепляем. Вот получается примерно так. Я думаю, видно. Ставим обратно. А попозже я им поставлю полосочки от клеща, от воротоза, от крапидоза. Лучше, конечно, сразу их пролечить, когда маленький еще отводок, чем потом мучиться, когда уже большой будет. Ну вот примерно как-то так. Всем спасибо за внимание.